You tricked us. This is all your fault. Всем привет, с вами Страйкер, и это прохождение стареньких таких казульных игрушек. Сегодня у нас темный лабиринт, река Саливан, коллекционное здание, да. Ну, что я вам хочу сказать, звук, я думаю, можно поубавить. Так вот, все, в принципе, начинаем играть. Пусть будет обычный режим. Давненько не играл просто. It's okay. You're starting to remember. Let's keep going. You need to return to Sullivan River. It will help you remember what happened. You need to conquer your fears. If you let the nightmares consume you, they will destroy everything. Your family, your career. Нет, думаю, походу с вами. Вроде работает, я забил дюн 30 FPS. Даже охрененно. Но я думаю, сейчас у вас фонит хорошо. Я не знаю, что у меня с микрофоном, вроде раньше нормально работал. Настройки все перепроверил. Короче, хреново у меня все, судя по всему. Ладно, скоро должен быть новый микрофон. О, карта. Пошлись. Сойдет. Вот это заметил еще, так что здесь можно что-нибудь сделать. Да, хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам. Ты еще рвать умеешь, нифига это нужно. Так. Уже поиск. Звонье. Хрен знает, на жопу меня сдолбал. Ну, шум. Опана. Звонок. Ангель. Что можно сделать такого? О, свисту. О, выйдет. Понял. Так бы не понял, я понял сразу. Вот так логично было. Ботинок и ключ. Все, в принципе. И что он тут? О, так и то. В принципе, самое первое, самое простое идет. Напрягаться, думать особо не надо. Ладно, поехали. I'm so glad you came. You were the only one who was nice to me. I called for you in your dreams. I'm glad you came to help. You're my last hope. Do you remember what happened that day? I took everyone to the labyrinth, and they got trapped. The tree, she took them. Shh, she's coming.
Добро пожаловать в летний лагерь, река Салливан. У нас самые высокие рейтинги. Ну что ж, надеемся. Только Салливан предлагает самые разнообразные развлекательные программы для отдыха молодежи. Стрельба из лука, верховная езда, катание на байдарках, музыка, танцы, многое другое. А это ваш купон на скидку. Может чем-то вытащить. Окей, поищем. Блин, ну ладно. Че, здесь есть? Алиса, вы должны покинуть лагерь немедленно. Я не могу сказать почему. Просто, пожалуйста, доверяйте мне. Я всегда любил вас, Дерек. Что это было привидение? Это не может быть, я не верю. Но я тоже не верю, пока что. Похоже, что Шима сестра покинула лагерь еще до того, как его закрыли. Привет, Папа. Что здесь есть? Опа-на, братан, как же тебе не повезло-то. Ну, окей, я понял. Алиса, если ты это читаешь, значит у меня ничего не вышло. Пожалуйста, спрячь детей, пока она не забрала их тоже. И их тоже. Я должен был сказать тебе об этом раньше. Я люблю тебя, Кевин. Да, не пора бросать. Вестник Шотландии. Местные газеты. Они рассказывают о том, что здесь произошло. Но что это подсказывает мне, что написано в них далеко от правды. Вестник Шотландии. Шестеро детей пропали из лагеря на реке Салливан. Родители требовали закрытия лагеря. Прошлую субботу из летнего лагеря на реке Салливан пропали шестеро детей. У полиции нет никаких предположений на этот счет. Родители забрали остальных детей из лагеря. К поискам присоединились сотрудники лагеря. Они прочесали гремучий лес в надежде найти хоть что-нибудь, указывающее на местоположение пропавших детей. В связи с этой трагедией директор лагеря Кевин Нэш был вынужден в срочном порядке закрыть лагерь. Полиция заявила, что все сотрудники, включая директора, попадают под подозрение. От 28 июля 1985 года. Долго что тут, братан, сидишь? Ладно. Бабочка. Ну да. А вот видно. Кевтин. Да, старший месяц. Все еще мальчик. Нельзя. Ай, не хватает. Много лет лагерь был заброшен. Только почему там горит огонь? Может, я здесь не один. Ну, интересненькое заявление, братан. 24 июля 1982 года. Летний лагерь река Салливан открыт. Летний лагерь река Салливан приветствует первых гостей. Чиновники надеются вдохновить туристов на изучение местной истории. Археологи продолжают изучать кельтский лабиринт, рассчитывая найти древние захоронения. Лагерь река Салливан был назван, согласно легенде, о мальчике,
который исчез в лабиринтах много лет назад. Хотел бы там заблудиться не хотя бы. Так, что еще можно? Так, у меня есть галстук и символ лошади. Что-то где-то я пропустил. Что-то где-то пропустил, мне кажется. Это да. Это я еще. Где-то что-то пропустил. Галстук не поможет, символ тоже не поможет. Хотел вытащить то. Себе. Должен тщательно подумать, кажется, со шаг. Да, согласен, что тебе такая шнага на голову. Опа, на. Командный ножик. Можно? Можно, пожалуйста, можно, пожалуйста. Ну, точно, может, туда сюда. Пилой можно? А пилой спокойно. Как ты умудрился сломать пилу? Ну ладно. Чё, паяльная лампа? Чё, мне кажется, больше на горелку похож. Это мой персональный ключ от кабинета медсестры. Если вы хотите взять, то не забудьте затем вернуть его на место. На, Квентин. Понял, Квентин Родина. Окей. Значит, вот это паяльная лампа, твой личный ключ. Окей, окей, окей. Деревья, точно, деревья, блядь, деревья. Да ну нафиг, получилось. А я уже не верю. Ну, ля-ля-ля-ля-ля. Опа, ну хотя бы что-то ты не жил. Ну ладно. Кто-то бывает. Кто-то бывает. Та-дам! Блин. Бля, ты почему не можешь туда спиздить просто и вставить сюда? Блядь, дом за что? За что дом разрушили, твари? Твари, за что дом разрушили? Дерек. Может, ножичком? Опа, да. Дерево хорошее. Лабиринт. Не знаю. Все. Посмотрим, изучим. Окей. Окей. Ножовка. Ну ладно. Такое бывает у меня, бывает. Мне компас не надо. О! Огонь. Фотография собрать надо мне даже. Вот, здесь надо.
Лопата, 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 лопата. Тут это видел. Ладно, пофиг. О, идеально. Идеально, просто идеально. Окей, пиздим, что оставляем, берем это. Бита. Мишура. Кого? Нет? Да. Огонь. Крот. Крот. Кто увидел крота, ставьте лайк. О, угодно. Не знаю, что сказать. Крот! Все, я ставлю лайк. Галстук. Мать твою, галстук. Галстук. Галстук, галстук, галстук. Ой, не, на пофиг. Что у меня с монитором, я его не вижу. Огонь не пригодится. Но будем надеяться. Часть можно. Возможно, я думаю, что внутри слишком сырая древесина. И поджигаем. Нифига. О, какой ж ты красивый. Братан, ты такой красивый, ты просто не представляешь. Блин, жать не надо, как бы. Что? Боже мой. Понял? Понял. Да как бы не понял. Не хочу отправить. Сюда. Ну, это ничего не даем, да? Какие-то пальмы. Это тоже ничего не даст. Так я опять же ступил. Ладно, почему не это? Это даже сдвигать можно. Прикольно. Забыл. Ты куда падаешь? Гайд. Да, мне еще пофиг на галстук. Хэма. Амахас. Амахас. Нет. Что мне сделать? Что мне скажешь, что нужно сделать здесь? Блин,
Короче, я все решил. Тоже было. Похоже. Эликсир для борьбы с движущимися деревьями. Вот, да, ничего удивительного. Возьмите 3 части моха. Растворите его в ступке. Нагревайте мох, пока он не станет синим. Затем добавьте спирт и вскипятите. Жидкость. Спирт должен поменять цвет. Нагревайте жидкость. И дайте ей конденсироваться в бутылке. Наливайте эликсир. Стеклянную бутылку. Здесь спирт идет, бутылка, так скажем. А, там бутылка, короче, выставить, видимо. Здесь мох. Сначала ступки, все это расхерачивать сюда. Все пожечь, короче, прямо походу. Опа-на, бабалька. Those kids must suffer. Ёп твою мать, они реально умеют ходить. Пиздец. Ну ладно. И еще. Нельзя детей бить. А что они могут там фейсить? Щит, не знаю, что нажимать. А, нажимать. Не нужно нажимать. Че, есть? Это что такое? А что такое? Что мы тут такое? Все понял, дурак бы не понял, я понял сразу же полслова. Ну что у нас тут есть интересненького? Все, конечно, понимаю. А ты можешь как-нибудь открыть? Нет? Ничего, отвертку сломал, блин. Ни хрена ты чего не умеешь. Я тебя спизжу, кинь. Так, что можно взять? Если бы чё? Тогда не нужен, что надо. Мне нужно доставить. Да. ТК-14. Чего здесь было, да? Символ дня и символ пошел. Но право не стоит. Я беспокоюсь об одном из детей, Дерке. Его влюбленность в меня выходит из-под контроля. Я думаю, нам нужно связаться с его родителями. Давайте поговорим в моем кабинете. После поздравления можете взять мой ключ, Алиса. Ну что, Алиса? С родителями говорить не стоит, думаю. Потому что еще. Даже не знаю, что сказать. Короче. Бля, в этом. Блять, чувак просто любит и все. Пофиг, сколько ему лет. Здесь кнопка 3. Его. Ломит.
Вот, сам Александрович. Ты как умудрился лом сломать, придурок? Пиздец какой-то. Чё не съесть? Микроскоп. Кто здесь видит микроскоп? Здесь вот микроскоп, здесь видит микроскоп. Все еще надо язык. Ну где может быть язык? А, пила даже, пила. Язык. Язык может быть здесь. А вот он. Так, пластырь, дырик. Зажим. Это скальпель. Нет. Нет, где? Где-то. А, вот это тут. Да, бывает. Печатка. Зажам. Кто тут зажим... А. Вот кто зажмотил. А. You're such a baby, Derek. Crying for your mommy over a stupid old tree. Baby. Alyssa would never love a baby like you. She hates you. We all hate you. Со слишком хорошо там получилось, видимо, я пошел учебник. Символ. Блять. Ну вы его да. А его дали педагас. Я ж ебаный дельтоник. Подходит. Сейчас хрен знает, пусть будет здесь. Эта штука пусть будет здесь. Не знаю, мне вариантов нет. Тупо нету вариков. Что-то типа ставят. Да, ставят. Бомба. Нет. Не сработало. А. Нет. Фигня. Правильно, где мозг моя. Здесь красная. Пропуск. Не, подожди, я решу. Я это решу. Получится, нет? Не получилось. Я сделал вот так вот. Не получилось. Если сделать так вот, не получилось. Если я сделаю вот так вот, не получилось. Если я сделаю вот так вот, то уже не получилось. Пофиг. Все, я все правильно сделал. А вы мне не верили. Пила 8. Деревья атакуют.
Бля, чувак, похабал бы. Да, мне кажется, я понял, в чем прикол здесь. Ну ладно. Блять, тиночка, да больше не надо. Ну что, у меня есть? Опа-на. Где он правильно стоит? Он должен стоять. Блять, ты так тикаешь. Опа-на. Опа-на. Может, тупо. Блять, мягко тыка. А может, тыка думать. Эта штука, это что-нибудь сюда. Опять эта штука сюда ставится. Бум. Швабра. Опять противовес. Ты как умудряешь твои вещи ломать, дядок? Фантус, игральные карты. Игральные карты, игральные карты. Кто вылез? Игральные карты. Все хорошо. Бульбулятор, вот он. Сачок. Бабуся. Бабуся. Где? Где бабка? Вот. Леденец. Щепочка для душа, зубная щетка. Где же она еще может быть? Свистак. Я либо идиот, либо я не вижу бабочку. Даже он даже белку заметил. Бабочка. Ну ладно, бывает. Бывает. Ну что же еще мне нужно дать? Что же мне еще нужно дать? Давай. Пушечный вампир. Тебе. Ёпта, девочка не заверила, знала её. Ну, что я тебе хочу сказать? Могу только похлопать. Давай я бы дали. Пиздец, деревья охуели. Опа, ну все, может, перекрыть. Нельзя, что тут нельзя. Да, я же тебе говорю, что тут нельзя сделать. Ты любом что-то поперек может делать. А че ты... Ты... Чем ты сразу это? Пуля есть у меня. Пуля. Здесь должен быть пистолет. Где может быть пистолет? Пистолет может быть в сейфе. Сейф был вот здесь вот. Так. Может здесь? Одна подсказка, да, кушевайте. Окей, сюда. Окей, блин.
конечно, печалька. Как же без печальки-то жить на этом свете? А? Короче, пока что на этом все. Не знаю, там... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я скорее всего, сделаю подкастик небольшой. Там все объясню, все расскажу. Ну, короче, вы знаете, что делать. Всем пока. Пока.